У экспозиції вироби з природних матеріалів, бісеру, вишивка і многое інше. Кожний удільник 5-го єпархіяльного фестивалю соціальних установ виставляв у гэты день свої роботи для продажу, попередньо встановивши їх кошт. Вирученные сродки пойдуть на доброчинные мети. Я делаю трубочки, потом получается такая корзина красивая. Ну, мы театром занимаемся 8 лет, едем за границу, выступаем у нас. Где вы были, скажите, в каких странах? Латвия, Польша, Германия. Эту работу я делала вместе с мамой дома. Уже у пятый раз Пинская епархия при поддержке Центра удённого знаходжения инвалидов збирая разом людей, объединенных огульным жаданием доказать себе и иншим. Обмежеванию для творчести не снуе. Участие в данной выставке имеет большое значение для наших ребят, потому что они приехали на эту ярмарку, чтобы показать все то, что они умеют. Ну, конечно, самые лучшие. И очень дорого для них, что наши работы пойдут в дома, в коллекции, возможно, других людей и принесут им радость, кому-то даже удачу. Супрацовництво социальных установ и православной церкви не один год. Ободва баки отзначают, суместная работа дает свой плен. Эти мероприятия очень частые, всегда по большим праздникам. На Рождество было мероприятие, сегодня тоже по благословению Владыки мероприятие. Пасхаль называется «Пасхальная радость». Мы разделяем радость со всеми, особенно с теми людьми, которые ограничены в каких-то возможностях. И молимся за их здравие получай и стараемся помогать, чем можем им. Выставы, продажи работ, концертные программы, гульни. Каждый год организаторы фестиваля спробуют нечем сдивить своих подопечных. На этот раз у фестивальной программе выстава православной культуры у Столинским краязнавчим музеем. Старожитные иконы, церковные речи и многое иншее. Вот Богоматерь с младенцем. Вы обратите внимание, для нас ценность представляет еще это нательные крестики. Выходить. Нательные крестики, если вы видите, 10, 13, 15, 17, 19 века. Я думаю, что этим экспонатам, музейным экспонатам, просто нет цены. Организаторы фестиваля запевнивают, раз год удельники сустренутся знов, как доказать, человек сам будует свое житё и робит его полновартостным и насыщенным. Мария Кобец, Катерина Страхаль, Александр Дьяченко, телерадиокомпания «Брест».